Артиста вывели из себя многочисленные комментарии пользователей соцсетей. После воссоединения с Наташей Королевой на артиста обрушилась критика со стороны фанатов экс-супруги. На 25-летие творческой деятельности Наташи Королевой в Кремле Игорь Николаев впервые за долгое время спел дуэтом с экс-супругой. Знаменитости исполнили всем известный хит «Дельфин» и «Русалка». Несмотря на громкое расставание звезд, они доказали, что готовы поддерживать друг друга и радовать своих поклонников. После выступления Николаев разместил пост в микроблоге, в котором поздравил Королеву с преодолением большого рубежа в жизни. В комментариях к публикации артиста развернулась целая дискуссия. Некоторые подписчики Николаева пребывали в столь сильном впечатлении от его дуэта с Королевой, что поспешили раскритиковать его нынешнюю супругу. «Игорь не хочет выступать вместе с Наташей, потому как ее или не ее поклонники огорчают нас в соцсетях. Но как можно ему указывать, как себя вести на сцене?» — написала Юлия Проскурякова. Свой комментарий также оставила Наташа Королева, поблагодарившая певца за совместное выступление. «Было очень волнительно и трогательно», — поделилась артистка.